Таня! О, Федя! Ты на праздничной памяти, в нем сейчас ты прошлое по мне. Лишь вчера была ты одноклассница, а сегодня первый станешь мне. Лишь вчера была ты одноклассница, а сегодня первый станешь мне. Почему на завод? Ты же пишешь стихи, тебе на литфак нужно.
В юности все грешат стихами. Это как корь. Нужно переболеть и забыть. И уедешь? А разве в Ленинграде мало заводов? Нет, отсюда мне уезжать нельзя. Я должен каждый день видеть. Белые ночи, набережные. И? Такую, как ты, Таня, только и любить. А я уже полюбила Степа. Федя? Ну что ж, он парень добрый, веселый. Очень. А думаешь, я хуже, да? Скучно. Степа! Степа! Смотри! Сумасшедший! Сумасшедший! Ну? Ну что, ну? Я ведь тебе сказала честно, как лучшему другу. Когда девушка предлагает дружбу, значит, пиши, пропала. О, что? Поздно, побегу. Не злись. Ладно? До свидания. До свидания. Мечтается в свежее утро. Соня? Никак не могу поверить, Степ, что кончилось детство. Да, и пришло время задуматься о будущем. А я уже одну арифметическую задачку решаю. Что лучше, 5 или 10? В каком смысле? А в таком. Вот ты учишься в институте 5 лет. Приобретаешь специальность, но теоретически. А завтра приходишь на завод, и пока станешь настоящим инженером, надо прибавить еще 5 лет практической работы. Так не лучше ли наоборот? Слушай, я же так и решил. Идти работать на завод и учиться в вечернем институте. И выиграешь 5 лет. Спасибо, поддержала. Обрадовала. Обрадовала, пляши. Я не пляшу. Плясал, не признаю. Плясал. Один раз в жизни. И только для одного человека. И никого свидетелей при этом не было. Во всяком случае, не должно было быть. Подглядывала. Скажи, да? Подглядывала. Угу. Ты слишком мнишь о себе и зря. Подумаешь, только и Света в окошке, что Степа Огурцов. Другое дело Федя Морозов. Соня. Ну? Я никогда не думал, что ты можешь быть такой грубой. Внимание! За фирмой номер 8 продолжается поставка... Степа! Послушай свою тетю. Плюнь ты на этот билет, оставайся. Ой, прости, чуть не опоздали. Были на дневном спектакле Онегина. Нет, Степа, из одного Кировского театра я бы ни за что никуда не уезжала. А я одобряю. Если хочешь, завидуй. Через 5 минут от платформы номер 8 отправится... Вы поцеловались. На вокзале полагается. А я разве не друг? Ты там хоть целоваться научись. Ой, ну будь счастлив. Полагала, что Степа окажется таким слабовым. Разве бросит родной город во имя намеченной ну, цели? Ну, постой, побереги свой пафос для собрания. А если о намеченной цели, то он поехал не к ней, а уехал от нее. Не себя ли ты имеешь в виду? Что ты, Губинги, Мартены, Томбы? А как же можно, Таня, так высмеивать своего товарища? А я не Степа, тебя. Твои прописи, газетную речь. Разговариваешь со мной в самом деле, как на митинге. Противно. Танечка! Соня? Да, Соня. Смотри,
Да, смотри. Как же ты сюда попала? Как все. Купила билет. А, понятно. А что тебе понятно, Степа? Да только одно. Еще не уехал. Уже скучаю. А ты пока не поздно соскочи с поезда. Ничего от этого не изменится. Попробуй. Может быть, именно этим ты тронешь ее душу. Ну, прощай. Как так? У тебя же билет. До первой остановки. Да? Хотела проявить чуткость, как товарищ. Прощай. Таня! Ошибаешься. Меня зовут Соня. Да. Простите. Танечка, давай договоримся, больше никогда, никогда не ссорим. А знаешь, я сегодня поняла, что иногда полезно поссориться. Верно, поругались, а через минуту тебя уже искал. Не представляешь, как скучал. А я даже чуть не разревелась, так захотелось сразу. Сейчас же тебе. Ну. А что? Что особенного? Сумасшедший. Сумасшедший? Таня. Ну как тебе не стыдно? Как так можно? А чего нам скрывать? Как чего скрывать? Все равно твоя мама обо всем догадывается. Ты с ума сошел? Ну, ты что ей говорил? Ничего. Но она меня посмотрела и сразу все поняла. Боюсь, что и для твоей мамы это уже не секрет. Да? Вот и хорошо. Сумасшедший. Таня. Здравствуй, дорогая Таня. Узнал только вчера, поэтому запоздал с телеграммой. Извини. От души поздравляю тебя и Федю. Желаю счастливой. Желаю молодоженам счастливой семейной жизни. Вот уже 2 года. Вот уже почти 2 года работаю на заводе. Но никогда не забуду первый день. Встретили меня как родного. Сразу же, не поверишь, направили в сталевары. Кругом искры, огонь. А мне совсем не страшно было. Перестань, ей-богу, уснуть не могу. Чё ты? И пером скрипишь. Чё ты там пишешь, а? Чего-чего? Статью в стенгазет. Учусь в вечернем институте. Как видишь, от вас не отстаю. Вы на 2-й курс, и я туда же. Работаю, учусь. И усталости даже не замечаю. Да, не хочу скрывать. Познакомился тут с одной девушкой. Такой же черт, как и ты. Красивая и даже умная.
живу в отдельной шикарной комнате. Уже успел приобрести мебель, книги и даже коврик. Говорят, узбекский. Так что ничуть не жалею, что уехал из Ленинграда. Смешно звучит супруг. Супруг берет в кавычки. Почему? Нахал какой. А вот почему, читай. То был просто Федька-Редька, а сейчас супруг. А, тогда другое дело. Он так и пишет, шучу. Шучу, конечно, ему сердечный привет. Тебе привет. Вижу. Еще раз желаю вам счастья. Ой, автобус, побежали. А, черт. А дальше все. Ну-ка, дай на секунду. А еще жму руку Степа. Разреши на секунду. На. А все-таки он нахал. Ей даже привета не написал. Не надо об этом. Я же молчу. Не, что не говори, Степка молочина. Смотри, как шагает. И квартира у него есть, и с работой неужели хорошо. Неужели ты ничего не понимаешь? Да он же врет. Здесь все придумано. И квартиры у него нет, и с работы не ладится, и никакой девушки у него нет, понимаешь, нет. Федя! Федя, автобус! Иду. Пошли? Ну-ну-ну! Ну вот, с тобой всегда. Да. Нет, попробуй кому-нибудь рассказать, ведь засмеют и не поверят. Дочь вышла замуж, не сказав родителям ни слова. Мамочка, а у нас только о разводах принято в газетах сообщать. Глупо? Мамочка, ну что ты от меня хочешь? Я всю ночь не спала, готовилась к экзамену. И сейчас очень волнуюсь. И потом, что, собственно, произошло? Ничего особенного. Только я тебе, Танечка, не желаю, чтобы на старости лет твоя дочь так с тобой обошлась. Ну, хорошо, хорошо. Пусть я не права. Что ж теперь делать? Спросить прощения или уходить? Думать не только о себе. Вот что. И возлюбить ближнего, как самого себя, да? Эх, Таня. Что, Таня? Где эта проклятая технология металлов? Технология металлов? Что же будет, Танечка? Я по-прежнему с вами, мамочка. Ничего не изменилось. Ты мне лучше скажи, где эта технология металла? А? Как же не изменилось? У тебя теперь муж. А где же он? Где? Я спрашиваю, где твой муж? А? Да. Как где? Со мной? А он? Пока у себя. Ну что, что такое? Ну куда же девалась эта технология металлов? Когда же вы будете вместе? Ясно, когда будет квартира. А этой вам мало? Это ваша, а я хочу иметь свою. Свою? Легко сказать. Вот она, вот. Ой, верно, спасибо. Трудно, знаю, но лучше жить пока так, чем чувствовать себя здесь квартирантом. Хорошо. Так и живи. Ну, мамочка, может быть, я поэтому и вышла замуж. Ну, не хочу быть зависимой. Иди кофе пить. Мне 21 год, и я обязана задуматься о будущем. Нет квартиры, пусть муж добивается. А вы тоже придумали звать его сюда на все готово. Ну, успокойся. Только пойми, он не старше тебя и сам нуждается еще в поддержке и помощи. Не хватало еще на институт опоздать.
завтрак, завтрак. Ой, папочка. Экзамены сдаете? Да. Угу. Выпей кофе, Танечка. Вот платье, Танечка. Не забудь книжечку, Танечка. Танечка, 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 да? Я всегда говорила, что ты артист. Нет, скорее твоя дочь. Она опять плакала. Мамочка, да? Ей тоже не сладко. Яблоко от яблони недалеко падает. Да, интересно, когда же это я слезы лила? А каждый раз, когда хотела растрогать или избежать неприятного разговора. Что? Что такое? Нет, ничего, еще ничего. Оставь меня. Характера не хватает. Как же тут быть? Что придумать? Прежде всего, надо разыскать Федю. Ну, и когда же ты собираешься это сделать? Вот как только закончу баланс, постараюсь найти этого супруга. Ну, а к какому итогу тем временем придет твоя семья? Что? Ты прикинул на счетах? А чего ты, собственно, добиваешься? Развести их? Нет. Чтобы ты поумнел. О, это так же трудно, как привить твоей дочери чувство привязанности. Надо бы вам поспать, голубчик. Что вы, Алексей Евгеньевич, средь бела дня? Ну, а что же делать, если темной ночи вам не хватает? Поезжайте и спать. И часов пять, не меньше. Родственников не узнаете? Ой, Николай Кондитонович, простите, здравствуйте. Добрый день. Это машина академика Веселова, да? Да, я у него шофер. Догадываюсь. А что же вы так редко заходите к нам? Ведь в сущности, дорогой зять, мы с вами едва знакомы. Смешно. Скажите, вы случайно оказались у дома Веселова? Нет, специально. Вас искал. Почему? Что-нибудь случилось? Что-нибудь с Таней? С Таней? А что с Таней? А, понимаю. Это Таня узнала, что я работаю шофером и возмущена. А почему она должна быть возмущена? Ну, стыдится, наверное. Почему вы, собственно, так боитесь Тани? Ну, просто я ее очень люблю и не хочу огорчать. Это очень хорошо. Да ну нельзя же потакать всем ее капризам. Нет, Тане нужен не такой муж. Почему, Николай Петрович? Почему? Вам надо знать, молодой человек, что основной ее враг – эгоизм. Федя. Здравствуйте, Лена Семеновна. Как хорошо. Проходите, так, пожалуйста. Спасибо. Кто Таня? Раздевайтесь. Как жаль, что Тани нет. У Феди мало времени. Почему? Целых 4 часа. 4:20. Я слежу. У меня точно. Мозер. Что такое? Остановились. Опять не завела. Леночка, Федю надо накормить, это раз, а потом уложить спать, это два. Что вы, Николай Григорьевич? Да. Да, мы же не с пустыми руками, Леночка. Еще бы. Постой, а куда вы девали? Ах, вот, да. Ну-ка. Вот. Леночка, мы выпьем немного и закусим, а потом спать. Ему надо отдохнуть. Николай Капитонович, я не хочу спать. Ну, мы же договорились, Леночка. Конечно. Ой! Проходите в столовую. Проходите. Ну, садитесь. А ведь возлагали надежды. Но, как видите, из вундеркинда получился номенклатурный главбух. Но бывало, впереди отряда звучал и мой кларнет. Вы знаете, в молодости я был очень стеснительным, молчаливым. И объяснялся с Еленой Семеновной только так.
мне надоел. Вот видите, до чего я дошел, а? Так что, дорогой зять, мы с вами должны заключить союз. Союз мужей. А я уже говорила с Таней. Вы должны жить у нас. Обязательно. Кушайте, пожалуйста, на здоровье. Спасибо. Ой, я пойду постелю вам. О, спасибо. Все, 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 все. Ну, Федя, выпьем. За мужской характер. За то, чтобы вы не очень и не во всем потакали жене. Ничего. Ты что, полы мыть вздумал? Машину отогреть и немного протереть ее. Сумасшедший. Какую еще машину? Что, что? Ну, смотри. Это чей Зип? Его. Он же студент. И шофер. Таня говорила, уроки дает. И уроки. Когда же он учится? Непонятно. Безобразие. Безобразие. Просто души в ней не чает. Как же она разрешает? А он по секрету. А, видишь, она тут ни при чем. Да. А то, говорит, узнает и бросит меня. Нет, не поверь. Подумай, даже ты себе такого не позволяла. Варам-варам-варам. Мама! Тише, что такое? Там спят. Папа? Федя. Федя? О, а как он сюда попал? А мы встретились с ним на улице. Случайно. Ну, я... Ой, очень кстати, Федя! Тише! Не кричи. Папа, он устал и должен отдохнуть. Успеет. Федя! Федя! Откуда вы такие? Проснись. Куда ты? Да-то. Ты знаешь, я наконец разыскала комнату. Даже две. На Невском и пяти углов. Одна за 300, другая за 400. Зато с телефоном. Хорошо? Хорошо. Возьмем, конечно, пока за 300. Господи, боже мой. Из-за несчастных 100 рублей будем лишать себя удобства. Ну? 400 рублей. Я получаю с двух учеников. Ну, возьмем третьего. Но я и так пропускаю лекции. Уже вызывали в деканат. Чего доброго могут очистить или лишить стипендии. Трусишка, это ж только угрозы. Ну, кто тебя с твоими способностями посмеет очистить? А комната в самом центре. Рискнем? Ты так хлопочешь, будто нам вверх жить в Ленинграде. А я никуда в другой город не собираюсь. Как же так? А нам летом на практику. Ну, не обязательно к черту на куличке. Может, зацепиться в Ленинграде. Люблю тебя, Петра, творение. Люблю твой строй, стройный вид. Ну, скажем, на магнитке металлургу интереснее. Чудак, ну какой из меня металлург? Представляешь, как я буду выглядеть у Мартена или у Домны? Кто ж тебя заставил идти в этот институт? Диплом. Если не догадываешься, разъясню, ты. Ну, так берем с телефоном, да? Черт, черт знает, как тут быть. Все-таки лишних 100 рублей. Не огорчайся, Танечка. Кто? Ну, ну так. Еще подумаем, а? Опаздываю к академику Веселову. Зачем он тебе? Как тебе сказать? Одним словом, чего там скрывать? Ждет ученик, его внук. Ну, ты видишь, еще один ученик, а ты считаешь каждую копейку. Ну, говори, берем, да? Или нет? Ну, хорошо. Что с тобой поделаешь? О, так бы сразу. Я тебе вечером позвоню. Ну-ну. Николай Капитонович, ну? Ну? Прошу вас, не проговорите с Таней, простите. Чего? Ну, насчет. Ну что, союз мужей. Да-да, спасибо. Мама! Ну, подгавьте. На днях я от вас выберусь. И выбирайся. Как можно скорее. Уходи! Коля! Молчать! Таня, это впервые в жизни. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы начальник отдела кадров? Ну, допустим. А я Соня Орлова из Ленинграда. Да? Скажите, Соня Орлова, а что у вас в Ленинграде так принято входить в кабинет, как в камеру хранения? С вещичками, без стука? Извините. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу вас. Да? Садитесь. Ничего. Да? Ничего. Так я вот хочу поступить на завод. Прекрасно. Что вы умеете делать? Я у нас... В Ленинграде? Да. Работала лаборанткой в сталелитейном цехе. А что же вас заставило покинуть такой прекрасный город? Что? Да тут, простите, причина личная. А уволили вас со взысканием или без? Что вы? Я ушла по собственному желанию. Ну, допускаю. Характеристики привезли с собой? Конечно. Простите. Пожалуйста. И, конечно, положительные. А как же? Ну да, иначе у меня их не показывают. А место? Какое место? Единицу вы привезли с собой? Не понимаю. А я вас не понимаю. Все тянутся в Москву, в Ленинград, а вы обратно, да еще по собственному желанию. Да, хочу работать на вашем заводе. А у меня все единицы на своих местах. А потом вопрос отцовский. Где вы жить собираетесь? Согласна на первых порах в общежитии. Ах, согласна? Ну, прекрасно. А койка в общежитии есть у вас на первых порах? Что? А? Степа! Соня! Ой, я ж грязный. Ничего. Каким образом? Взяла и приехала. Ничего не понимаю. Знакомая? Да, вместе учились. Нехорошо. Что нехорошо? Вообще же рабочий кабинет, а вы здесь лирику разводите. Ой, простите, Петр Петрович, просто давно не виделись. Вот идите в коридор, устраивайте там вечер воспоминаний. Да, но у меня дело, я очень тороплю. Товарищ, я же не могу сразу с двумя разговаривать. Хорошо, я подожду. Степ, я тебя там подожду. Оставь, хватит. Иди. Петр Петрович. Я учусь в вечернем институте. Молодчина. В вечернем институте. Меня переводят на вечернюю смену. А я при чем? А вы отдел кадров. Ну, есть начальник цеха. Зубов отказал. А догадываешься, почему? Вот я тебе скажу по обратному. Тебе сколько лет? Ну, 22. О, садись. Садись. Да ничего. В твои годы в жизни надо по ступенькам идти. Ты хочешь как на ковре самолете. Тоже мне багдадский вор. Что за муть такая? Не понимаешь? Ну, вот возьмем, к примеру, весы. Так? Вот здесь кто? Здесь Зубов, а ты вот где. И как ты только начнешь Зубова перетягивать, тебя сейчас как пушинку так, фу, и полетел Степа. Понял? Вот теперь понял. Ну, молодчина. Знаешь, советую эти лапки кверху и отказаться от той идеи, которую я тут предлагаю. Нет, ты же опасный человек. Если у тебя есть уши, ты прекрасно слышал, что я здесь советовал. Это значит не быть слепым и смотреть вперед. Хитро, ничего не скажешь. Ну, а если скажешь, я человек здешний. Ну, я тоже не с луны свалился. И пусть некоторые не думают, что у меня нервы сдадут. Ну, вот что, Огурцов, я тебе не Зубов. Верно. Веди себя культурно, это еще пока мой кабинет. Вот именно пока. Что? Партком Сталелитейного. Очень хорошо, что ты приехала. Да? Нам сейчас лаборантки во нужны. Ах, лаборантки. Ну да. Постой, ты же прямо с вокзала. На-ка, вот тебе ключ. Нет, нет, не надо. У меня все в порядке, я в общежитии. А я сейчас у мастера Сергеичука. Мировой старик, вместе воюем, вместе живем. В общем, потом все расскажу. Я тебе вечером обязательно разыщу. Значит, в женском общежитии. Ну, конечно, не в мужском. Ага. Что? Петрунин, я к тебе иду. Вот там, говорят, вам очень лаборантки нужны. Я не знаю, что там говорят, но все единицы у меня на своих местах, а общежитие тоже не резиновое. Я приехала сюда на работу и получу ее. И койка в общежитии тоже найдется. А вы мне нравитесь. А вы мне нет. А? Пей, согреешься и не повредит. Чистые. А? Никогда не пробовала, боюсь. Согреетесь, ну капельку. Ты, видать, не смуглюк. Ну, раз. Ты готова. Ничего. Молодец. О! Кушайте. Ты должно быть отчаянная. Что задумал, то и сделала. Вот, учись, Вера. А то твердит одно. В Москву, в Ленинград. А Соня? Соня. Соня, гляди оттуда и к нам. Я же не гулять хочу ехать, а учить. Заладила. Хочу медицинской, хочу быть врачом. Да скоро у нас врачей будет больше, чем больных. Привет! Петр Петрович! Ну, я вам скажу, мир все-таки тесен. Честное слово, тесен. Да вы знакомы? Ну, как же. Подумайте, ведь как разыграла.
и работу ей подай. А зачем в общежитии? У вас же такие родственники, как Зубовы. Ошиблись. Ну, хорошие знакомые, неважно. Опять не угадали, только сейчас встретились. Эх, и привык ты к анкетам. Что, да почему? Служба такая, Людмила Ивановна, сижу на кадрах. А почему вы уехали из Ленинграда? Дровишек там нарубали, да? Все у тебя лесорубы, один ты сахарный свекла. Лучше выпей с мороза. Это можно. Будь здоров. Буду. Да вы кушайте, кушайте. Кушай. Спасибо. Прошла. А когда она у тебя не шла? Да пока не жалуюсь. А вот на тебя так многие жалуются. Это не товарищ ли Орлова из Ленинграда? Но я ведь тоже языкатый. Когда мне наступит на любимую мозоль, я кому угодно ноги оттопчу. Он характер, как у тетки Огурцова. Ну что ты меня пугаешь? Да боюсь, чтобы гостья не обиделась. А что? Разве ты с ним знакомая? Нет. Это мой друг. Не будем скрывать, даже больше. И что же? Ничего. Водку вижу, а веселья нет. Почему? Да Огурцова тут вспомнили. А с какой стати? Да подруга его приехала, гостит у тебя. Ко мне его подруга? А какого же Огурцова? Ну, того самого твоего. Ну, бери его себе, еще приплачу. Нет уж, спасибо. Ну, как, партнер, сделаем пулечку? Да кворума нет. Ты давай, рисуй, сейчас подойдут, ну, познакомимся. Егор Петрович Зубов, а вас? Соня Орлова. Соня Орлова. А при чем тут Огурцов? А это мой лучший друг. Пап, Соня ленинградка, я ее пригласила к нам, она только сегодня приехала. Ну, погоди, погоди. Ну, и дружка же вы себе выбрали. Прямо сказать, не завидую. А что плохого вы о нем можете сказать? Да, просто ничего хорошего, и хватит. Ну, и больше в моем доме, чтобы о нем ни слова. Почему же? Да потому же. Я Степу знаю с детских лет. Вы-то его знаете, да мы-то его знать не хотим. Да, вот и все. Вы, пожалуйста... Если вам неприятно то, что я говорю, спасибо за гостеприимство, я уйду. Соня! Ну-ка, ну-ка, назад, девушка. Соня, так кажется, вас зовут? Соня, да. Никуда вы не пойдете, не полите горячку. Да Огурцов и не стоит того, чтобы такую заверуху по морозу из-за него топать. Да лучше садись, пельмени будем кушать. Закурить не могу? Да нет, не занимаюсь этим. А это что, машина композитора Рощина, да? А ты откуда знаешь? Кто же его не знает? Знаменитость. На банкет его привез? Может, и на банкет. Только узкий. На две персоны. А это как понимать, с женой, что ли? Я у них в ЗАГСе свидетелем не был. Ну, такой бы сам женился. Красивая? Первый класс. Пальто зеленое, платье зеленое, шарфик и тот зеленый. И сама, как молодая елочка. Знаю я эту елочку. Татьяна Николаевна ее зовут, да? Ну уж это ты, брат, у кого-нибудь другого скажи. Здорово. Это чей романс? Мой. Ну, не может быть. Ты и романс. Да, вот видишь, до чего докатился, до чего дошел. Почему ж ты мне не встретилась? Юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние, голова стала белою, что с ней я поделаю?
Я забыл в кругу ровесников, сколько лет пройдено. Ты об этом мне напомнила, юная, стройная, об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, что прошла неповторимая без тебя. Как боится седина моя кажешься, если я около, видно нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные, ты любовь моя последняя, боль моя. Извини. Почему вдруг? Думаете, я не поняла, о ком речь? Поняла. Ну что ж там, вы же сами сказали, до чего докатились. Дурочка. Стараюсь поумнеть. Но это ведь шутка. Я всегда так рассматривала наши отношения. Ах, вот как? С вашей стороны. Ну неужели ты ничего не поняла из этой песни, а уловила и запомнила только случайное слово, которым я просто прикрыл свое смущение? Неловкость. Романс-то все-таки сахарин. А мне чем прикажете прикрыть смущение и неловкость перед вашим приезжим другом? С какой-то стати вы привели меня в гостиницу? Прости, не подумал. Да-да, вы всегда думаете только о себе. Таня, на нас обращают внимание, доссоримся в машине. Нет, и без этого ваш шофер слишком много знает. Поезжайте с ним, я возьму такси. Хорошо, будет такси. Дали ему номер моего дома? Может, не помню. Я не хочу здесь выходить. Проедем до угла. А теперь уезжайте. Я провожу тебя. Нет, нет, не надо. Я вам сама позвоню. Поехали? Не могу. Ищите другого. На, держи. Таня, подожди! Таня, подожди! Таня! Подожди! Кто это? Это я. Фу ты! Ну, прямо как из-под земли. Ну-ну, скорей, побежали. Нет, постой, нужно поговорить. Нельзя ли выбрать для этого более подходящую погоду? Ну-ну, пошли, дом поговорим. У нас больше нет дома. О, да ты что, пьяный? А ну, говори, где был, с кем гулял. Не кривляйся. Хорошо, выкладывай, только поскорее, дождь все. Нет уж, потрудись ты объяснить, что это все значит. А
чем? О твоем композиторе. Смешно и глупо. Рощин папин знаком. И виделся я с ним всего раза полтора за все время. Нашел, кому ревновать, 50-летнему старику. Подагрику. Хорошо же ты думаешь о своей жене. Не лги, Таня, я все знаю. Ладно, что преступного в том, что он меня подвез? Вез-то вас я. Да ты просто заговариваешься. Как ты можешь смеяться, видя в глазах слезы? Слезы? Да ведь и город залит такими слезами. Таня! Что? Еще об этом очень пожалеешь. Боже мой, как промок. Что тебя заставило идти пешком в такую слякоть? Костя, выходной, как назло, ни одного такси. Да? Ничего, Маша, я сам. И ты так смущен, будто был на свидании. Ну почему? Вот-вот, я хотела спросить, почему это ты вдруг написал роман? А что в этом предосудительного? Конечно, ничего, выбросил в корзину. Выбросил? Так о чем-то разговор. А по-моему, напрасно выбросил. Душевная мелодия. И хоть впервые в жизни написал роман, а с большим чувством. Почему ж ты мне не встретилась? Юная, нежная, те года мои далекие, в те года вешенные. Пустяки. Нет, это серьезно. Зря разорвал. Вещь хорошая. Мне надоели твои отметки. Хорошее, плохое, плохое, хорошее. Надоело. А кому ж как мне говорить правду? Ну, а сладкую ложь, ласкающие тщеславие и самолюбие, пусть уж говорят тебе те, кому ты недорог. Ну, скажите, за что? За что он меня избил? Нет, пусть он ответит перед всеми, пусть. Да что ты все время звонишь? Да о чем вы там шепчетесь-то? Уведите, наконец, собрание. А я не знаю, как такое собрание вести, товарищ. Слушайте, сами знаете, какое. Не каждый же день у нас бьют по морде. Прости, Таня. И кто, Федя? Самый тихий человек в институте. И потом, дело какое-то непонятное. Любимая жена, еще такое заявление на любимого мужа. Нет, я не могу такое собрание вести. Ну, чего ты, Костя, ты секретарь, ты веди. Ну, чего ты растерялся? Конечно. Заявление подано. Куда ж тут деваться? Продолжай. Ну, Федя, Мороз, ну что ж ты молчишь? Товарищ Мороз, Федя, мы же ничего не знаем. Просто голый факт. Ударил, ну а почему? Федя. Пойми, в таком деле все равно не отмолчишься. Ну, что ты трусишь-то? Ну, вот что, товарищ Морозов. Собрание требует от тебя ответа. И все. Тебя слушает Федя? Говори. Да. Да.
Во всем виноват я. Один. Я. Ну как это произошло? За что? Почему? Ну объясни же, Федя, объясни в конце концов. Да-да, верно. Объясни же, Федя. Товарищ, 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 товарищ. Я объясню, товарищи. Таня, подумай о себе. Не шепчи. У меня, товарищи, секретов нет. Нет. Так вот, вдруг Морозов, видите ли, приревновал меня. Прости, Таня, прости. И кому бы вы думали? И богу даже смешно. К человеку, который мне в дедушке годится. Да, еще нашел, где объясняться. На улице, под дождем. Если бы только видели эту мелодраму. Да-да, с таким, знаете, надрывом. Говорит, видишь, у меня даже слезы. Ну, я, естественно, все хотела перевести в шутку. Шел дождь. Я ему сказала, что это не слезы, а просто так дождевая водичка. И вдруг ни с того ни с сего он стал зверски избивать меня. За что? Я вас спрашиваю, за что? Дрянь! И какая же ты все-таки дрянь? Ты тебя же такие слова мало избили. А все хорошо. А мне кажется, ты что-то раскис. Может быть, нездоров? Каждую минуту, мам, ты спрашиваешь о моем здоровье. Я решительно тебя не узнаю. А что, осунулся, похудел? Нет, стал просто груб. Но очень жалею, что был нежным, покорным, словом, простоквашей. Кто тебя обидел, сынок? Смешно, обидел, сынок. Но я ведь не ребенок, мам. Слава богу, был женат. А почему был? Мам, разреши я отдохну. Ну, успокойся. Время хороший, врач. Помиритесь. Нет, тебе этого не понять. Попробуй расскажи. Ведь я всегда тебя понимала с полуслова. Ты что, куришь? Меня сегодня чуть не исключили из комсомола. Это за что же? Ударил, избил. Кого? Таню? Ну, не может быть. Было. А как же ты мог? А как же ты мог дойти до такого скандала? Господи, ты с ума сошел. Ну, ты же не знаешь, за что. И знать не хочу. А говорила, пойму с полуслова. Ведь говорила же, пойму с полуслова. Да этого понять нельзя, нельзя. Ты просила поделиться, душу открыть, а сама... Федя! Ой, какое нахальство. Вот именно. Я потребую собрания жильцов. Папа! Погоди. Кто там? Извините, это я, Федя. Смолчи, Анчар. Кто там? Извините, Николай Петрович. Забери собаку, Таня. Кто, кто? Федя, Николай Петрович. Вы осмелились прийти? Простите, Николай Капитонович. А я-то старый дурак думал. Вот человек. Серьезный, молодой, новый, а вы избиваете свою жену. Понимаю, я не прав, Николай Капитонович, но... Никаких но. Поверьте, мне стыдно, поэтому я и пришел. Да не о чем с ним разговаривать, не о чем. А ты молчи. Коля, ты почти раздет, простудишься. Ну, ладно. И закрой, наконец, дверь. Ну, если вам холодно, уходите. Дайте мне поговорить с человеком. Больше всего мне неприятно перед вами, Николай Капитонович. Зайдите, Федя, к нам. Зайдите, поговорим. Ничего, спасибо. Я почти не помню своего отца, и когда я попал в ваш дом... Да-да, я чувствую, вы действительно любите Таню. А я не хочу его видеть, не хочу. Таня. Закрой дверь, Таня. Мама? Уйди. Уходи, Таня.
Здравствуйте, Мария Яковлевна. Идем, сын. Мама. Сейчас же уходи отсюда, тебя не любят. Мария Яковлевна. Еще объясняться пришел. Да, я с комсомолом согласен. Ты действительно дрянь. Коля, ты... Стыдно людям глаза смотреть. Ну вот. Заявление, анкету, рекомендации читали. Читали. Мнениями обменялись. Все нормально, голосую. Голосую. Поступило предложение принять Огурцова в партию. То есть в кандидаты партии. Кто за? Раз, раз, два, четыре. Кто против? Тоже поровну. А ты, Петрунин? Да. Я? Я пятый. Все нормально, повестка исчерпана. А, все нормально. Одну минутку, товарищ. Слышь, как это понимать? Как и понимать, как полагается. Не понимаю. Не понимаю, как не понимать полагается. Подчиняться большинству и все. Нет, не все. А что? А ты подумал, как Огурцов выйдет отсюда? Что скажет товарищам, почему не приняли? Правильно. За что? За что? Ну, чтоб вскочил, как докладчик. Я считаю, что с его характером рано в партию, и все. Опять все. А я вот читал и программу, и устав партии. Конечно, не полное собрание, но и Ленина читал. Ну и что? И нигде не сказано, с каким характером надо принимать партию. Подожди. Если о характере речь, так на мой взгляд, у Степана самый подходящий. Так вы-то понимаете, о чем я хотел сказать? О поведении? О, что да, то да. Поведение у него действительно неважное. О! Да-да, некоторым шибко авторитетным, не дает спать спокойно. Что? Что-то. Характер, поведение. Да вы подумайте, что наворочено, тише, а? Тише. Да чего там тише? Парень прямо из школы на завод. 3 лет еще не прошло, и уже бригадир. И какой, дай бог всякому. Да вот он весь тут, у всех на виду. Даже слишком на выставку лезет. Этому, знаешь, есть название. Какое? Сам знаешь. Опять же, человек без выдержки и дерзкий, это тоже факт. И чего ты все делишь на чистых и нечистых? Ты попробуй сам, отмойся дочисто. Можно подумать, Петрунич, что ты святой, что у тебя крылья на пиджаке. А? Опять обсуждение, ведь мы, кажется, голосовали. Одним словом, заседание закончено. Как хотите, а никого не выпущу. Ну, вот. Ну, Копров, ну, Галкин, кто прав? Теперь вы сами видите, как он себя показывает. Скажет, нормально. А вы хотели, чтоб я заплакал? Со слезами у вас Петрунин просил, примите меня. Право быть в партии не выплакивают, достоин примут. Вот, наконец, сам понял. Я знаю, что тут о моем характере заговорили. Правда, тут для некоторых хуже горькой редьки. А почему же правда у нас такая уж горькая? Каждый месяц 103%. Да. Да-да. 103. И заметьте, каждый месяц, из года в год. И вот уже подряд 3 года. Неправда. Чего? Было и 112%. Нет, когда же? Не помню. Но в милиции можно справиться. А при чем тут милиция? Чего? Чего? Там зарегистрировано, когда себе Егор Петрович машину купил. Зарегистрировано. Позволь, постой, ты это про что? А про то, когда тебе побед захотелось, цех почему-то сумел дать 112%. А когда купил автомобиль, съехали обратно на 103. Да ты... Хотя и новые печи в цехе появились. Договариваешь, шкурник зубов, да? Ну, зачем-то? Но бухгалтерия итальянская. Просто скажу, двойная. А? Не сколько можем даем, а сколько хотим, столько и даем. Да, 9% в своем кармане на всякий пожарный держим. Ну что ж, до слез довели человека. И кого? Нет, Егор Петрович, раз уж такой подходящий случай выпал, давайте хоть сегодня до чего-нибудь договоримся. А я уже говорил и еще раз повторю. Жалуйтесь хоть куда, хоть директору, порторга ЦК, пишите в газеты. Пока я жив, цех не дам тянуть назад. Иван Романович, да? Да разве новая технология, которую мы предлагаем, это назад? Говори, говори. 60 лет без малого ждал такого педагога. Наконец явился.
А ну-ка, позволь. Учи. Опять же, модели, ящики, опоки и плиты устарели. Отсюда что? Перекосы в отливках, а, конечно, припуски на деталях. Ну, опять с плюсом заработал. Я серьезно. Я тоже. И когда они поступают на другие заводы, я ездил, смотрел, там-то и начинают над ними потеть. Их забота. Тратят там Егор Петрович на обработку наших деталей, думаете, минуты, часы. И изобретает там разные резцы, чтоб наши грехи затачивать. При такой картине получается. Нам премии им. Они не в обиде, и мы тоже. Все не в убытке, кроме государства. Видишь, какой государственный деятель объявился. Заботится о всей стране. А кто это тебе поручил? Не твоя ли школьная учительница? Так я уже забыл то, чему тебя учили. И очень жаль. Сколько натянула? Тридцать восемь. Вижу. Четыре. Девочки, 38, 4. Ой, девочки, вы, наверное, ничего не знаете, надо, а? А что? Что слышал? На лекчику согласен. Слегла, да? А я ведь утром говорила еще, зайди в медпункт, ты говорила же. Ну ладно, говори, что там произошло. Да, по-моему, пропадает парень, и все. Вы же знаете, девочки, как я люблю украинскую колбасу, знаете ведь, да? Знаем. А гастроном выходной. Думаю, не ехать же в центр, думаю. И как раз в это время прохожу мимо закусочной. А, опять думаю, наплевать на все условности, зайду да куплю. И надо же. Вижу компанию знакомых ребят из Столетейного. И вот-вот запоют, шумел камыш, деревья угнулись. И вот спорим, не догадаешься, кто заводила. Надо же, а. Кто бы ни был, все равно. У него и так столько неприятностей. Партию не приняли, говорят, из цеха выгонят. А он сам себе еще хуже делает. Кто? Кто же он, о ком ты говоришь? Не обижайтесь, девочки, это я могу сказать только Соне. Пожалуйста. Не веришь? Ну вот честный комсомольский Степа. А что я говорила? Степа? Соня! Садись, пожалуйста. А мы тут, понимаешь? Вижу. Вот это значит Соня, подруга, с детства мы. Вот. Степ, идем отсюда. То есть, что значит идем? А мы компания все-таки. Идем, прошу тебя. Костя, ну зачем так? Ты все-таки не родственница, не жена. А я больше, чем родственница. И тебе здесь нечего делать. Пойдем. Ты думаешь, мы алкоголики? А мы сученики. Ну, Степка не в духе. Выпили по маленькой, тихо, мирно, без всякого всего. Скажешь, нельзя? Немножко. Да бросьте вы, как вам не стыдно? Комсомольские значки бы сняли. Смотри, как расселись. Послушайте, вы с кем так разговариваете? Что мы, хулиганы какие-нибудь? Ты молчи. Это подруга моя, понял, и не баси на нее. Подруга, а мы кто? Да, подруга. Ты из-за какой девки ты? Девки? Какая она тебе девка? Ребят, я же говорил, это Соня. Извини, слышь? А я не обижаюсь. И ничего он такого не сказал, правда? Сказал. Так ведь это извинись. Шутка. Шутка. А я настаиваю. А она не обижается. А ты? А я больная пришла, и у меня температура. Скажи, Галя. Скажи. 38. Ну. И 5. И, может быть, даже ангина. Да? Да. Пойдем. Ребят, кто за, прошу поднять рюмки, да? Пойдем. Тебе стыдно за меня, да? Глупости говоришь, идем. Постой. Ну что, что? Стой. Ты же больна. А я все о себе, да о себе. Пойдем к врачу. Поздно уже, Степа, поздно. Да я для тебя кого угодно разбужу, не веришь? Верю. Верим. Меня так уже разбудил. Здравствуйте, Иван Романович. Здравствуйте. С какой же ты радостью в таком веселом виде? Так я с досады, наверное. Нянча свою обиду, Степа, да? Виноват. Иван Романович, виноват. Подожди. Фу, эдак захмелеть недолго. Первый раз. Моей жизни. Скажи. Нет, что не говорите. Не ожидал я от тебя такого факта. Так, может, я за... Дурак. Да? Да. Конечно, я не оправдываю, но его тоже понять надо. Шутка ли, что произошло? Степа. Степа, повремени чуток. Квасу принесу, полегчает. Ничего, Соня, ничего. Конечно. Нет. Да? Да. Подожди, я еще до парторга ЦК дойду, в Жуково. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, как есть, ему расскажу. Все. Так давай, валяй. Че, давай? Рассказывай. Ну, это кому надо, тому расскажу. Вот мне и надо. Это почему же? Да потому что я и есть Жуков.
Да. Стёп. Ну да. Да. Да нет, ты сиди, сиди, сиди. Садитесь. Чего? Смотрите, я же вас знал и не узнал. Сейчас ты родную тетку не узнаешь. Ну, приехала. Садитесь. Вот вызови, надерет она тебе уши. Ага. Я ей, честно говоря, давно к вам собирался, товарищ Жуков. В пивной пригласить? Ну что, я же первый раз в жизни такой позволю. Скажи, да. Да, да. Да, да. О, Владимир Сергеевич! Рады, рады. По какому случаю? По случаю вашего предложения, вашего метода. А, очень рады. Рады. Кваску выпей, Степ. Да этому ребенку лучше парного молока дать. Это уж чересчур, товарищ Жуков. А что? От первого ветра да так гнешься, а? Ничего подобного, не так воспитаны. В одной школе учили, скажи. Ну, не знаю, что она скажет, а я слышал, одни говорят бузатер огурцов, другие, наоборот, хвалят. Говорят, боец, новатор, беспокойный душа. А я скажу, никогда не думал тебя таким увидеть. Так что у нас разговора пока не будет. До свидания. А, вот до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я сейчас, Степа. Ну, видал, как получилось? Да, теперь все. Что же теперь будет, Владимир Сергеевич? А вас как зовут? Соня, что же будет? А ничего особенного, поспит и отрезвеет. Вот вы не поверите, а ведь это с ним впервые. Оно и видно. Но ведь такое же может со всяким случиться, правда? Правда, в жизни все бывает. И первая стопка, и первый папироса. Вот, спасибо. Значит, вы на него не обижаетесь, да? Ну, как можно? Сам греш. А он переживает. Стой, стой, стой. Слушай, Егор Петрович, а эту книжку ты написал? Ну, чего спрашиваешь? Сам видишь. Зубов. Егор Петрович. Слушай, Егор Петрович, а вот это тоже ты написал? Чего? Вот. На память моему лучшему ученику и преследователю. Последователю. Да, прости, последователю. Смотри, Степа, всегда вперед. Пусть мой опыт станет твоим. Зубов? Ну и что? Как что? Вот Степа, он внимательно прочел твою книжку, а ты. А я ее писал. Ты не можешь этого быть. Чего? Да вот тут на 35-й странице написано, вот. Применение при формовке специальных материалов требует новой точной оснастки. Эта технология обеспечит минимальные припуски на литых деталях. Как же так? Сам это сочинил и сам против этого встаешь? Ну-ка, ну-ка, покажи. О, черт. И кто его просил? Кого? Да Синичкина. Кто это еще такой? Да из редакции тогда прислали, это же он написал. А? Что, тебе передовым человеком считали? А на поверку-то выходит, новатор-то не ты, а какой-то Синичкин, а? Он же писал-то с моих слов. Значит, идея твоя. О, что? Наконец-то Петрунин это понял. Ну, конечно, твоя. Вот тебе и отвечай за 90% плана не только как начальнику цеха, но и как автору твоей идеи, который в борьбе с тобой и отстаивает Огурцов и Сергеевичу. Любопытная ситуация, скажу. Да. Петрунин, какое дело, а? Тут можно было бы припаять и лженоватор, дутая величина, мыльный пузырь там, и т.д., и т.п. Да, кстати, я хотел уточнить, у тебя-то техническое образование? Ничего, я тут партийным словом больше делаю, чем любой инженер. А цех растет, ему не речи, а знания нужны. Я тянул. Тянешься? Но, к сожалению, в хвосте. Я потребую поставить этот вопрос в партийном порядке. А он уже стоит. И в партийном порядке. До свидания, Егор Петрович. Счастливо. Ну, Егор Петрович, дела. Добрый вечер, Пётр Петрович. Ну, для кого добрый, для кого не очень. Опять что-нибудь не так? Да нет, ничего особенного. Плохо, брат. Остался ты без трех при птичке. А все, отыгрывайся, отбивайся. Все хлебаешь. А у меня сегодня запросили личное дело Сергеичука. Спасибо. Чего боротись ты, старичок, а? Я тебе давно говорил, гони ты его из цеха вместе с Огурцовым. Говорил? Ну, ладно, будет. Ладно? Ничего, не ладно. У него же все козыри, стаж, опыт. Что? Нет, я говорю, слушок прошел по общежитию, что, мол, иссяк Зубов, ну, там, зазнался. В общем, подкоп. А ты им тем же, они слово, а ты 10.
примеру, выпил Степка разок, говори, алкоголик. Опоздал, ну, пускай даже на минуту, пиши прогул. Живет у Сергейчука, семейственность. Заминка с планом, кричи провал. Дело простое, я знаю. А ты что волнуешься? Все время мне в ухо дуешь. Ну, во-первых, мы старые приятели. А во-вторых? Ну, а во-вторых, чего ж скрывать? Земля же вертится. Может, завтра и мне кисло будет, а к Зубову в Москве прислушиваются. 5000 на заводе, и подумай, кого я в приятели выбрал. Вон! Давно пора. Мелкий ты пакостник. Да ты в любой кутюреме видишь свою радость. Что, он пьяный, что ли? Нет, отрезвел. Выпей. Партнер. Думал мою душу в преферанс выиграть. Перекос делаешь, Егор Петрович, перекос. А я еще как-никак на кадрах. И откуда ты такой взялся? Выпей. В какой норе 40 лет прятался? Все плохи. Один он, видишь ли, какой хороший. Вон! Хорошо, хорошо. Вопрос остался открытым. Что, помешал? Нет, нет. Вот-вот. А зачем ты мне прислал личное дело Сергейчука? Хотел напомнить объективные данные. В партии с 20-го, три ордена, новатор. Наизусть выучил. Кадры. А в Столетейном, говорят, заминка с планом. Иссяк Зубов, говорят, зазнался. Зубов только споткнулся, а тебе уж показалось, упал. Как это понимать? Так и понимать. Моими руками хочешь расправиться со своим лучшим другом. С каким другом? С Зубовым. Ну, знаешь, я здесь не мебель, чтобы такое выслушивать. Конечно. Мебель украшает, радует глаз. Какая же ты мебель? Что ты этим хочет? Мама! Мама! Что случилось? Что? Что такое? Ты Степа Огурцова помнишь? Ой, нет. Мой школьный товарищ приходил такой с чубом. Помнишь? Нет. Ты только послушай, как его расписали. Ругают? Нет, что ты? А вот. Молодой член партии Степан Огурцов вместе с мастером Сергейчуком теоретически обоснованию ввели новый метод. Ну, туда же технологии, а тут послушай. Сейчас Огурцов без отрыва от производства заканчивает вечерний институт. Как преуспевает. Послушай, мам. Слушаю, слушаю. На днях по приглашению студентов и преподавателей Ленинградского металлургического института Огурцов прочтет лекцию о новом методе. Ну и так далее. Как он был влюблен, а я дура. Красив? Парень как парень. Ну ты хоть посмотри. Ну и... Да? Нет, надо ему написать письмо. Наверное, орден дадут. Могут назначить директором. Ой. Почему вдруг? Да еще так поспешно ты уезжаешь в Ленинград. Ты ж сама знаешь. Институт вызывает. Приглашение прибыло когда? А ты решил ехать когда? Опа! Опа. Танино письмо ты прочитал кому угодно, только не мне. Никому угодно, товарищам. А? Б, а? И они тебе посоветовали даже не ехать, а лететь в Ленинград. Ну, посуди сама. Мы обеспечены, учимся, работаем. А она? Что она? Довела Федю до скандала? Ну, это еще неизвестно, кто кого. Известно. Ну, ну, ну. Ну, все, что она пишет о нем, читай о ней. Быстро ты разделалась со своей подругой. А ты еще быстрее со мной. Ну, Соня, ну что ты? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Это правда, Степа? Конечно, ты же мой лучший друг. У меня же на всем свете только тетя, да ты. Думаешь, я не понимаю, почему ты сюда приехал? Ах, вот как. Ты решил из-за тебя. Да ты же совсем-то не под пару. Такой же самовлюбленный нарцисс. Ну и поезжай к ней. Вы друг друга стоите. Соня! 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 Вспомни, сколько ты ей писал, а она ни слова. А как только напечатали в комсомолке твою рожу, смейся, смейся, так Танечка тут как тут, прислала письмо мокрое от слез. Все вы такие, чем к вам похуже, тем вы лучше. Пожалуйста, лети не только в Ленинград, а на все четыре стороны. Соня! Соня! Горжусь, честное слово, горжусь тобой, Степа. Прочел лекцию, ну прямо без сучка и задоринки. А ты все такая же. Да, не печалюсь. За одного битого, говорят, двух небитых дают. А мой бывший муженек сделал это очень старательно. Ну, зачем так зло о любимом человеке? Федя любимый? Нет, не он. А кто же? Если не секрет. Скоро узнаешь. Всему свое время. Да, кстати, о времени. У тебя сегодня свободный вечер? Вольная командировочная птица. Так вот, приглашаю тебя на премьеру балета. Извини, Таня, я сейчас.
Федя, здоров. Вижу, что? Что ты здоров, преуспеваешь, и будь здоров. Постой, ты что ж, не хочешь со мной разговаривать? Вечером в театре разговора у тебя будет предостаточно, как мне известно, с более интересной персоной. Федя, мы же век с тобой не виделись. Счастливый век. Федя! Федя! Я? Федя, ты смотри, кто к нам приехал. Да. В самом деле, что застыл, как статуя? Видишь, кто приехал? Ну, будет дурочку разыгрывать. Я тебе все-таки не игрушка с елки. Друзья, а? Что с вами стряслось? Действительно. Друзья. А что? Бывшие друзья. А бывшие друзья, как известно, хуже, чем чужие люди. Я ведь парень заводской. Так врежу, сразу друзей вспомню. Ну, я пойду. Как говорится, двое дерутся, третий не мешает. Ну, закурим. Давай, закурим, товарищ по одной. Давай закурим, курятычник кокашник. Товарищ мой. Нет, ты мне прямо скажи. Пожалуйста. Прямо скажи. Пожалуйста. Кто тебе сюда прислал? Твоя беда. Только твоя беда. А я не несчастный и не нуждаюсь в помощи прославленного и популярнейшего счастливца. Я? Да. Правильно. Так, значит, отворот, поворот. Хорошо, договорились. Меня довольно. Жаль, уйти не могу. Что, совесть мучает? Нет. Просто мать оказалась умнее нас. Ну, довольно петушиться. Мы еще не поздоровались, давай руку. Протягиваешь руку, а что? А подставляешь ножку? А-а-а. Да ты можешь объяснить, что стряслось? Говори прямо. Могу. Ну? Играешь на нашем разрыве? Давай ясней. С вокзала ты кому поехал? Скажешь, не к ней? Она меня сама встречала. С цветами? С цветами. И ты решил, конечно, что я изверг, домашний деспот, а она невинная и оскорбленная жертва. Ну ничего, пусть время пройдет. Так это же не просто время идет, это жизнь идет. И пора вам это понять. Наивно. Ты думаешь, она поймет? Вот-вот. С каких пор ты знаешь Таню? С малых лет? А что? Так вот, считай, что я совершенно не знаешь. Ну, расскажи. Хочешь? Хочу. Садись. По-моему, я видела вашу жену. Машу? Где? Вон там. Я так и знал, что она не усидит дома. Неужели я ошиблась? Да, она дома, к сожалению, больна. Вам должно быть очень тяжело, Игорь Степанович. Да, за 20 лет. Впервые ее нет рядом. Понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. Таня! Убедился? Таня! О, Степа! Почему ж ты не пришел? Или был? Да нет, просто решили прогуляться по ночному Ленинграду. Ясно, ночная прогулка холостяков. О, зачем же? Я женат, он тоже не сегодня-завтра собирается жениться. Да? На ком? Кто я? Ты, он. А, я женат на Соне, разве я тебе не говорил? Нет, поздравляю, а он? Спасибо. А он как раз мне сейчас рассказывал о своей невесте. Опять, говорит, зверски влюблен, но боится. Чем ты напоминает тебя? Таня! Федь! Поехали. Да? Я. Здравствуйте. А где же ему быть?
Конечно, вдвоем. Да-да-да-да. Пьянствуем. Угу. Отмечаем премьеру. Спасибо. Сегодня у нас только колбаса, картошка и ситрон. И давай, Маша, как бы нам хорошо ни было в жизни... Всегда отмечать наши радости только так. Только так. Мы дня через два уже идем в ЗАГС. Неужели ты мне не желаешь счастья, мама? Готового нет. Что это значит? Доченька, сядем, и я все объясню. Ну? Я слушаю. Нет, садись. И хоть раз спокойно и серьезно поговорим. Ну? Сейчас, Таня. В твои годы, Таня, у меня было немало выгодных предложений. А остановилась я на твоем отце. Маленьком конторщике с грошовым заработком. Ни положения, ни квартиры. И вот, шаг за шагом, год за годом, вместе с ним добивались мы того, чего он сейчас достиг. И радостно мне, пойми, Таня, что и я вместе с папой имею право на все. Рощин вдвое старше меня, и я просто из арифметических соображений не могу начинать с ним жизненный. Вот именно, вдвое старше. Поэтому тебе и не нужен ваш общий путь. Новая придирка. То готовое счастье тебя не устраивает, то возраст будущего мужа. Но он чуть ли не старше твоего отца. Да Федя ваш, перед ним дряхлая развалина. А Федя лучше помолчи. А еще лучше, прекратим этот разговор. Любочка. Не пора ли ужинать? Аппетит у меня волчий. Любочку, наверное, перехватил по дороге. А ну, пап, вдохни. Ха-ха, боишься? Папа, ставь. Неприятная новость. На службе? Нет, это касается твоего композитора. Что такое? Читал эту статью? О чем? О балете Рощина. А что, приняли на ура? Не знаю, я на премьере не был. Неужели провал? Я, как тебе известно, не очень одобряю ваши отношения. Но, зная тебя, я хочу тебе посоветовать. Папа, это ужасно. Ну, от критики еще никто не умирал. Телефон? Может быть, это он звонит? Ну и что? То есть как? Именно сейчас? Может быть, он нуждается в поддержке? А ну его. Что? А!
Хорошо. Хорошо, хорошо. Мама, там папа. Что? Что такое? Да. А, это вы, Игорь Степанович. Мне необходимо сейчас, сию же минуту тебя видеть. Где же мы можем встретиться? У меня неудобно, у вас нельзя. А на людях я не могу, не могу, не могу. Нам надо обязательно встретиться. Хорошо, хорошо. У оперного театра в скверике. Это ужасно. Что с тобой? Это ужасно. Ужасно. О чем ты? Конечно, о статье. Меня сейчас это мало заботит. Как вы не понимаете, что это позор? А что особенного? Да вы прочтите. Где же это? А, знакомое и... Вот, ранее услышанное. Это же прямой намек на плагиат. Ясно. Это доказано? Окончательно доказано? Что же вы собираетесь предпринять? Ничего. Как вы не понимаете, что это, не дай бог, может кончиться исключением из Союза композиторов? Знаете, как бывает? Пришла беда, открывай врата. Смотрите, как бы еще не нашелся охотник написать фельетон. Ничего, не пропаду. Что же вы думаете делать? Дирижером устроюсь. Если не главным, то очередным. Если не в Ленинграде, то где-нибудь на периферии. А в Москве нельзя? Нет, теперь уж только, скажем, где-нибудь там. Где-нибудь там в Южно-Сахалинске. Еще шутите? Поедешь? Не знаю, но в данном случае это было бы похоже на акт жалости. Получится, что будто только из сострадания я связала с вами свою жизнь. Для вас это было бы унизительно. Не правда ли? Значит, пожалеть унизительно, а оставить похвально. Почему? Вот когда вас не будет здесь, и меня вдруг потянет к вам, тогда, может быть, приеду сама. Маленький ты, но страшный хищник. Боже, какая мелодрама. Кто там? Ну, кто там? Ну? Я. Степа. Ой, подожди, нельзя. Как нельзя? Сейчас. А я уж отвернулся. Соня, я прямо с самолета, как видишь, сразу к тебе. Ну и что? Как ну и что? А где твои девчата? Где? На работе. Ах, да. Очень хорошо. Так вот, Соня, я был в Ленинграде. С чем тебя и поздравляю. Встретил там Таню. Счастлива за тебя. И сказал ей, что ты моя жена. А почему ты не сказал ей, что ты Лев Толстой? Да. Мне казалось, что ты любишь меня. Тебе казалось? Нет, тебе не казалось. Значит, это правда? Правда? Да! Да, это правда. Я любила тебя. Ой, Господи, как я тебя любила! Сколько я слез выплакала в эту подушку! А ты смотрел на меня, как на шкаф. Я и девушкой-то для тебя не была. А так, хорошим парнем, с которым можно пиво выпить. Соня, за компанию. Прости меня. Я только в разлуке почувствовал, что ты для меня значишь.
Знаешь, как у Есенина, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Ты Есенина не приплетай, не тебе чита. Он сам любил и чуял чужую любовь. А ты, поверял мне свои любовные неудачи. Какое счастье, что я избавилась от своих чувств. Жаль. Да-да, и сейчас я тебя ненавижу. Я хотела проучить тебя, но не могу. Что с тобой? Почему настроение такое? А? Устал. Да, достает тебе. Ну, что не говори, рано тебя выпрямили. Степа, вот нас никто не слышит. Скажи по правде. Ну, какой из тебя заместитель начальника цеха? Да, доконала она все-таки Федю. Что, что опять? Федька тяжело заболел. Вот письмо от матери. Степа, надо что-то делать. Добрая ты моя душа. Слушай, сколько мы там собрали денег на мебель, а? Верно. Купим пока самое необходимое, самое-самое. Остальное пошлем ему. Ну что? Хороша душа. А что? Не понимаю, о чем ты сейчас думаешь? О чем? О своей мебели или... Ой, ну, глупость сказала, ну прости. А он, ты думаешь, примет? Ну, конечно, откажется. Ешь. Ну так придумай тогда что-нибудь. Куда же девалась твоя хитрость? Моя? Нет, моя. Да, Вера же едет в Ленинград. Конечно, она это сумеет. Ну еще. Доставай деньги. А что? Ну, ничего. Ничего. Конечно. Кушай. Здесь живет Федор Морозов. Тише. Здесь. Только он тяжело болен и сейчас спит. Вы мать? Да. Я Вера Зубова. Можно вас на минутку? Я слушаю вас. Я подруга Сони Орловой. И муж ее знаете? Степу, да. Конечно. Давайте-ка вместе обмозгуем, как бы это нам половчее сделать. И утром, и ночью, полеты, хохоты. Тише, в доме больная. Мы все больные душеньки. Не связывайтесь. Да? А что это? Я не понимаю. Соня и Степа прислали деньги. Да? Сколько? Дина Никифоровна. Зачем? Какие деньги? Вижу, характер у него ваш. А вы с Федей знакомы? Нет, меня предупредили. Мама! Мама, мама, мама. Ой, только ему ничего не говори. Что, Федя? Мама, кто там? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вера Зубова. Вы приехали из института? Нет, я приехала в институт. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, давайте познакомимся. Я подруга ваших друзей. Соня и Степа. Угу. Значит так. Правда, меня предупредили, что с вами надо хитро, с умелым подходом. Но я решила все-таки напрямик. Говорить. Вот деньги. Ну что, они инвалидом меня считают. Беспомощным, безработным. Передайте им, что я инженер. Что у меня уже диплом. Мама, покажи диплом. Есть, есть. А я верю. Не сегодня, завтра я встану, да, мама? Обязательно. Вот. Начну работать. И, пожалуйста, не они мне, а я им смогу помочь. Неправда. Почему? Человек, не способный оценить помощь других, сам никогда не поможет. Вот как? А вы оригинальная девушка. Да? А вы не очень. Но деньги перешлите обратно. Вам они переданы, вы и пересылайте. А ко всему, вы еще неблагодарный человек. Я-то всю ночь не спала из-за этих денег, а он... Почему не спали? Боялась утащить. Ну и смешная же вы. Федя, что? Лежи. Ой, что с ним? Тяжелое сердечное заболевание. Сколько же ему лет? Разве вам друзья ничего не говорили? Нет. Эфиди. Черт, кольнула. Ничего, выбери. Вот так. Лежи. Успокойся. Успокойся. Ничего. Лежи. Ну что ж, пульс нормальный. Лежи спокойно. Я сейчас.
Ну, а в 10 можете? Куда же вы, да? Извините, но мне срочно нужен телефон. Телефон коммунальный, прошу с этим считаться. Тогда в 11? У Феди сердце мне важно. Вы думаете, у меня разговор не сердечный? Ну, когда же? Прошу вас, на углу автомат. Вот телефон, вызовите, пожалуйста, не отложу. Да. Ну, довольно, хватит. Что? Явилась с улицы и уже так командует? Не отложка? А что она вообще здесь прописана? Канал Грибоедова 10. Квартира 5. Нет, сердечный приступ. Скажите, какая жар птица. Хорошо. Мама! Она за лекарством пошла. Ой. Ой. Доброе утро. Вы еще здесь? Доброе утро. А я ночевала здесь. А разве? Прошли уже сутки, ой. Тут такое было, неотложка, врачи. Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. С вами очень хорошо. Ой, только не надо смеяться, я так испугалась. Ну, не надо. Садитесь. Садитесь вот сюда и расскажите о себе. И как можно подробнее. Мне здесь хорошо. Так ведь мне уже уходить пора. А вы оставайтесь у нас. Я только вчера приехала, надо же устраиваться. Так вы что, в гостинице будете жить? Ой, что вы, первые 5 лет только в общежитии. Учиться приехали. Хочу стать врачом. Ну вот и первую практику прошли. Думаете, едете в захолустье, да? Сам выпросил поближе к своим друзьям. И поближе к Егору Петровичу Зубову. Да? Он понравится вам и мама, они... Надеюсь, вы не будете забывать и найдете возможность почаще приезжать. А вы о маме тоже вспоминайте и не забывайте навещать. Федя! Уезжаешь? Далеко? Смешно. Что? Да нет, я просто вспомнила, как 5 лет назад с этого же перрона мы провожали Стёпу. Что же в этом смешного? Были мы тогда с тобой начинающими студентами. А теперь ты уже инженер. А я? Я никто. Ну, в этом виновата только ты. Одна. Да-да. Я одна. И настолько одна, что не с кем даже посоветоваться. Но то, что я могу посоветовать, вряд ли тебе подойдет. Да? Федя! Федя! Подожди еще, подожди! Подожди. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что мы разные люди? Так это ведь жизнь доказала. Федя! Иду. А это кто? Знакомая. И только? Через минуту поезд. Прощай. Она? Вот она. Я не буду больше с вами разговаривать. Да, остается только писать. Ой, возьмите. До скорой встречи, Вера. Поздно, Таня. Поздно. Вот видишь, один раз в жизни я попробовала тебя послушаться. Поздно, поздно. Можно подумать, что на нем свет клином сошелся. Что? Не понимаю, что он в ней нашел? Наверное, человек. А я?